Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения, с вами Рэй, продолжаем играть черепашки-ниндзя-легенды. Ежедневные награды у нас здесь, давайте заберем. $50, 9 монет, неплохо. В магазинчике открываем колодочку, смотрим. Так, мутаген, пропуски, пицца, звездочки, 5 баксов, блин, ни одного героя мне не дали, к сожалению, жаль. Но ничего не поделаешь, ребят, игра есть игра. Так, ну что, сегодня у нас по планам. Так, секундочку. Оу, я могу себе позволить. Да, этот парнишка мне нужен. Ну и давайте этого до кучи, фиг с ним. Так, мутаген, доллары, 5 баксов опять дают. Кстати, $400 у меня почти, это хорошо. Мы можем даже с вами потом что-нибудь купить. Так, что у нас по списку? Я хотел, да, ребята, мне нужно раскачать своего Рафика хотя бы немножечко. Так, ну-ка, что здесь? Ага, не хватает вот этой штуки. Давайте-ка мы ее быстренько отыщем с вами. Да что-то... Блин! Пропусков. Да, ребят, хотел денежки, как говорится, покопить. Но ничего не поделаешь, пришлось потратить. Давайте-ка мы с вами... Нам нужно найти... Ага, карты. Где? Вот здесь поищем. Ну, дай карты, говорю. Вот. Игральные карты, отлично. Так, ну что... Сейчас мы ему повысим. Блин, давайте, наверное, вот это вот. Это будет лучше, я думаю, даже. Это у нас, типа, как у этого, у Криса. Сила атаки на 50% на 2 хода. Отличненько. Так, нужно заработать 3 звезды. Так, ну что же. Давайте с вами. Ага, пульверизатор. Сколько? Теперь нужно 4... Нам такие вот палочки. 4 штучки всего. Не дали, зато карточка Лео выпала. Так, а здесь? Ага, палочки для еды. Одна штука есть. Еще 3 нужно. Осталось 2. Плюс карточка Лео нам достается. Так, ну давай, может, Кирби нам достанется. Конечно, достанется. Куда он денется с подводной лодки? Ну... Так, палочка для еды, ребят. Давайте-ка... Нет, еще одной, одной еще не хватает. Ну, не подведи. Да. Плюс еще карточка Кирби нам досталась. Ну что же, давайте. Вау. Ступень 3. Во, на 60%, ребята. Так, а здесь нужно 4 того, 4 того. 4 тройника и опять же 4 палочки. А здесь всего лишь 2 карты. Давайте тогда с вами попробуем найти. Одна есть. Рафика сейчас раскачаем. Возьмем с собой в основную команду и будем там отжигать, ребят. Так, укрепляем. Отличненько. Так, ну в принципе, при желании можно все это собрать, ребят. Давайте-ка мы с вами по-быренькому это дело провернем. Значит, 4 еще палочки. У нас карточек-то хватит? Да должно хватить. Если все пойдет как надо, все у нас хватит. Так, еще 2 осталось. Ну давай, 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 не подведи, главное. Последнюю. У нас еще и паукус выпадает. Да, с палочками закончили. Теперь нам нужно 4 тройника вот этих вот. Ну, блин. Не выпало, к сожалению. А сейчас выпадает. Крюк-кошка это у нас называется. Так. Да ладно тебе этот мутаген мне давать. Ты давай мне крюк-кошку лучше. Ага, еще 2 штучки, пожалуйста. Сделайте милость. Да, мутаген, вот тебе вся милость. Но, по крайней мере, я могу долбить здесь до потери пульса, пока не добуду. Все, ребят, последнюю осталось мне получить. Тетрадь по биологии. Да зачем мне твоя тетрадь, а? Так, у меня это... Вот, крюк-кошка. Жалко, конечно, что у меня энергии очень мало, ребят. Эх, давайте, наверное... Я не знаю, что взять-то лучше, ребят. Смотрите, у нее здесь и здесь... критический удар. Давайте вот это, наверное, все-таки изучим. Вторая ступень. Отлично. Ну что? Рафика, я думаю, что вполне-вполне оставляем у себя. Ежедневки. Оу, вот эти штуки мне нужны. Обязательно.
Так, возьмем с собой. Кого тут лучше взять-то, я даже не знаю. Ну, давай паукус и вот этот. Хотя, подожди, лучше вот так вот сделаем. Сейчас, ну, победочку мы точно с вами здесь должны одержать. Потому что он поначалу легкий. Ну-ка. Да, видите, зэк его практически с удара снес. Какой же он мерзкий, да, этот? Змей-ковьюн. Готов. Ну, а вот эти вот жетончики, кстати, лишними не будут. Они вообще нужны мне. И очень много надо. Но редко почему-то они достаются. Так, 40 штучек зарабатываем. А в эпизод 2, я даже не знаю, ребят. Нет, ну, можно, конечно, рискнуть своим здоровьем. Точнее, здоровьем зэка и остальной шайки-лейки. Но вряд ли мы здесь, конечно, справимся. Давайте, конечно, попробуем. Оу. Неужели промажем? Нет, попали, скорость понизили ему. Ты смотри, что творит, а. Ой, как мало мы отнимаем, а. Я боюсь, что ничего у нас не получится. О, еще и промазал, зэк, ну как же так, а. Да. Ну, в принципе, я догадывался, что мы здесь проиграем. Просто лишний раз хотел в этом убедиться. Вот и убедился. Причем он ходит два раза за ход. Зашибись просто. Несмотря на то, что у него была там скорость понижена, да? А у меня еще и меткость понижена. Пипец. Расколбасил. Ладно. Сюда мы больше не суемся. Так, турнирка. Конечно же, турнирка, ребята. Мне нужно в Лигу самураев попадать. Хочу я этого или нет. Так, так, так. Кого выберем? Давайте, наверное, вот этих вот архаровцев. Набираем своих ребят. Так, я, наверное, все-таки сделаю вот так вот. Не будем мы брать Криса. У нас Раф имеет, в принципе, те же самые способности. Но почему-то мне хочется именно Рафика взять. Хотя Крис тоже неплох. Ну что, давай, Майк, добивай. Блин, не добил всех, конечно. Ну куда ты, а? Кабанчик, пора тебя на шашлык пустить. И Хана тоже. Эй, Эйприл, ну, ядрёна ты вож, а? Ноги-то подкачай, ё-моё. Не могла свертухана дать ему как следует. У нас карточек нет, ребята, карточек нету, к сожалению. И да, до Лиги самураев я не дотягиваю совсем маленько. И нет карточек, к сожалению. Так бы я бы уже давно-давно был бы там. Так, ну что, попробуем, да? У нас эпизод третий. Я уже забыл тут, какие враги у нас. Фу-фу. Ё-моё, 48-й и 46-й уровень. Рискуем. Так уж и быть. Ну, проиграем так проиграем. Ну, а так будем, по крайней мере, знать, чего нам там ожидать. Да уж, приятно оказаться дома, особенно когда кренги повсюду гоняли нас, как дворняк. Пускай это всего лишь канализация. Ты посмотри, как он запел, а? Лучше быть здесь, чем в измерении X, предлагая всем сходить на пиццу к господину Мураками, когда все это закончится. Хм, да, те запеканки были что надо. Запеканки. Ну ты скажешь тоже, карай, а? Так, ладушки, у нас здесь металлические птенцы, металлические мыши. Черт подери, ну... Оу, фак! Да-да-да-да, конечно. Эйприл упала, это означает, что мы, скорее всего, здесь уже проиграем, потому что у меня больше неким отхиливаться. Даже Раф, я боюсь, здесь нам не поможет со своей вот этой вот способностью. Ладно, докуда дойдем, хотя бы глянем. Слушайте, но в любом случае Эйприл нужно прокачивать. Если мы хотим, чтобы у нас был в команде достойный хиллер, нужно ее прокачивать. Для этого нужны карточки, поэтому... Кровь из носа, будем открывать, я не знаю, хотел сказать уже паки, не паки, а вот эти, искать, искать эти карточки ее. Так, ну-ка, упал, в принципе, с ниндзями все намного проще, чем там с роботами какими-нибудь. Ага, дудки тебе, захотел, вот шпана лезет еще, а, блин, зэк у меня сейчас упадет тоже, к сожалению, от урона постепенного. Так, ну... Ай, два раза ходит, а? Ну что же, последняя волна. И кто у нас тут? Что за мордовороты?
Змей Ковьюн, Пиццелицей и Хан. Ладно. Слушайте, а вдруг пройдем, а? Так, вроде бы атаку понизили, защиту понизили. Черт, ну бьются они больно. Ай, Рафик упал у меня. Ну-ка, крит! Черт, постепенный урон не повесили, к сожалению. Да какой он мощный гад этот, а? Змей Ковьюн. Не хочет. Ох, жесть, жесть, конечно. Слушай, ребят, ну в принципе, если бы у меня бы не упала бы Эйприл в самом начале игры, и вот здесь бы хотя бы разочек нам отхилиться, возможно, мы бы прошли. Ну а так, как сами видите, результат налицо, не потянули. Ну-ка, глава пятая у нас, сложный режим. Давайте-ка здесь попробуем потягать. Да, я, конечно, не спорю, что это то же самое, что и на нормале, но вроде бы чувачки должны быть посложнее маленько. Так, минус Крэнк. Давай добьем его, Майк. Отлично. Тут у нас эти киборги хреновые. Причем, да, они, смотрите, типа как люди, но видно у них там все эти кости, мышцы. Так, готов. Здесь три волны, да? Поэтому, ну куда ты свою бомбочку тут еще бросаешь мне? Вторая волна. Здесь у нас стоит Хан. Ну давайте усилимся маленько. Так, Рафик жжет. Ну блин, ну Эйприл, ну, ну ты вообще. Хотя, что я от нее ожидаю? 30 уровня, девчонка. А тут враги 44-42 уровня. Нам надо радоваться, что вообще она у нас здесь стоит, находится, блин. Я представляю, если бы такая игра была, знаете, что вот нельзя вот ниже, например, 40 уровня брать, и все. И остались бы мы с вами вообще без какого-нибудь подхила. Так, этот ниндзя упал. И последняя волна, кто у нас тут? Пиццелицы и... четыре таракана бронированных. Слушайте, ну я думаю, что мы здесь их сейчас всех положим. В принципе, без проблем даже. Давай. Ну... отлично. Что он тут один сделает? Да абсолютно ничего. Сделаем провокацию. Все. Можно даже, наверное... нет. Подхил, в принципе, здесь не обязательно. И добиваем этого олуха. Отличненько. Блин, жалко, что у нас энергии очень мало. И далеко мы, наверное, с вами не успеем пройти. Хотя, может быть, дойдем все-таки до своего тупика. О! Пульверизатор нам достался. Так, эпизод 2. Ну что ж, придется покупать нам пиццу. Ну а что поделаешь, ребят. Хотел накопить деньги, но, видимо, не судьба. Постоянно что-то у нас такое встречается, где нужно потратить. Так, поехали. 14 пиццы мы тратим. Тут 45 и 43 уровень монстров. Плюс тигр. Ага. Тигр, конечно, нам может, так сказать, проблем сделать. Суперудары мы с вами будем пока экономить. Я не знаю, что нам здесь вообще ожидать в дальнейшем. Пока будем так справляться с ними. Главное, чтобы у меня Эйприл, как говорится, была здоровенькой. И хорошо, что у Рафа есть провокация. Это очень спасает. Конечно, от массовых атак не спасет, но вот от одиночных очень даже вполне. Причем Эйприл, да... только сказал, блин, не надо, не надо. Придется отхиливаться нам, ребят, если мы успеем, конечно же. Так, ну-ка, Раф. Мне нравится этот чувак. Че не говорите, но Рафик крут. Его еще подраскачать хорошенечко. Поднять ему уровень, ну, до 45. И я думаю, что он будет вообще просто огонь. Так, это у нас вторая волна, ребята. На третьей волне будет тигр, не забываем это. У него тоже есть массовая атака. Так что будем пока экономить. Крэнк, ты достал. Смотрите, они бьют очень больно. Усиляемся. За счет Рафика. Ну-ка. Да, слабо-слабо, конечно, бьет. Мне бы есть... оу, тихо-тихо, не надо. Не надо мне ронять Эйприл, пожалуйста. Она мне еще пригодится. У нее, в принципе, я уже отхилился, да? И к следующему бою вряд ли она накопит себе этот скилл. Ладно, давайте смотреть.
Так, тигр. Ага, вот у нас какая тут шайка-лейка. Естественно, ребята, все в массу. Все в массу. Все массовые удары применяем. Обязательно. Так, давай замедление теперь от зэка. Тигр. Ну что? Остался тигр и вот этот вот чувак. Будем разбирать в начале тигра. Я, конечно, не спорю, что этот чувак может на себя повесить провокацию, и мы его фиг пробьем. Хотя все, уже не важно. Уже... Ай-яй-яй, а я только думал, что Рафиком сделать провокацию. Пынь. Но Эйприл, как всегда, спасовала в самый неподходящий для нас момент. Жаль, конечно, очень жаль. Ну что же, собака эта сейчас поплатится за свое деяние. Никуда она уже не денется. На ней столько этих антистатов висит, что ей только подохнет. Да ты смотри, что такое-то? Слушайте, это что, глюк что ли какой-то? Здоровье вообще не тратится. Ни на йоту. Пи. Ага, все, добили все-таки. Я уже думал, что у него здоровье не тратится. Чуть было уже не психанул. Ладно, прошли, конечно, с двумя звездами. Не идеальная, конечно, была победа, но Бакстер с Токманом, по крайней мере, карточку нам дают. Эпизод третий. 44 уровни. И муха 46-го. Ну-ка, давайте вот так вот попробуем. Без хила. Рискованно, конечно, но зато у нас будет двойное усиление. Это большой, я считаю, плюс. Мы можем, например, в первом бою Криса взять, да? А во втором Рафа. И будем просто врагов рвать. Нам даже отхиливаться не надо будет. Просто будем тут всех мочить. Так, тихо. Пошла первая, как говорится, усилялочка. Ну, а теперь будем их рвать, как я вам и обещал. Так, ну что, железяки, пора вам распрощаться. Причем у меня контратака. Ну, вот о чем я вам говорил. Сейчас... А, хотел, думал, сейчас еще тигр звезданет. Но он звезданет, если вот здесь вот по нему попадут. Он даст ответный удар. Ух, ниндзя упал один, второй тоже. И эти жестянки сейчас тоже упадут у нас. Так, вот это вот хорошо пошло, ребят, согласитесь. Третья волна. Не забывайте, у нас есть усиление от Рафа. У Криса, к сожалению, оно закончилось. Так, получил в бубен Стокман. Ну, где Раф? Блин, еще долго, долго еще у него откаты идут. Так, Майк у нас будет ходить быстрее, по-моему. А, нет, Зэк даже, Зэк. Потом Майк и Тигр. Ага, Тигр вначале, потом Майк. Ну, ладно. Давай массовым. И осталась лишь только муха. А, нет, вон еще. Блин, по краям-то как не заметил-то. Я уже думал, что они все упали, но не тут-то было. Ах ты, муха, цыка, что ты делаешь? Плюется он мне. На тебе в ответку от зэка. Так, давайте мечом его. Чик-чик-чик-чик, сдох. Ну и эту шалупень, естественно, мы разберем, без проблем. Так, никто не упадет? Нет, все нормально. И у нас, наверное, будет, ребята, идеальная победа. Три звезды, это хорошо. Мы сможем потом отсюда лутать карточки. Ну, или какие-нибудь там штуки, которые нам нужны будут. Так, отличненько. Ага, змея Карай. Попробуем, попробуем. Ну, я не уверен, ребят, тут, конечно... Хотя, почему? Все отлично, 45 уровень. Как раз на равных. Должны справиться, по идее. Че я пасую-то? Ай, блин. Больно как-то бьются-то, а? 45 уровень, блин. Эх, причем... Не забывайте, что я как бы усилен своими скиллами там, да? А они же просто обычные олухи. Так, давай добивать. Блин, не упал этот робот в костюмчике. Ну, зэк у меня стоит. Молодцом, малорик. Хвалю. Так, давай добей ее. И остался еще один кривой. Типа одел костюм, думает, что я не замечу, что это робот. Как бы не так. Слушайте, что-то это уж больно на повтор похоже. Буквально вот тот бой был такой же. Согласитесь. Может быть, я случайно не туда тыкнула, когда начали играть.
Так, ну что, давай-ка, наверное, звезданем. Ух, как хорошо. Минус. Слушайте, конечно, хотелось бы массовым ударом, ребят, но на последнего босса все это придержим. Ай, массовый. Тут, конечно, бы лучше бы Крис бы нам помог, но у него тоже откат. Жаль. Ну все, этого добиваем, а у этого атака, по крайней мере, пониженная, меткость даже. Но он все равно попадает, блин, по зеку. И вот, кто это у нас тут? Что за белочки, ё-моё? Чужие какие-то. Не, ну я таких уже видел, просто не думал, что их здесь будет так много. Так. В принципе, это последний, поэтому можно тратить суперудары свои. Чё мы их будем беречь? Они у нас просто атакуют, да? Ясно. Ничего такого массового у них нету. И это, в принципе, хорошо. Все, они сейчас за это поплатятся. Так, и давайте последнюю. Нет, не добил. Тигра добил, молодец. Довольно неплохо идем с вами. Да, я, конечно, ничего не говорю. Это у нас сложный режим. Ничего нового здесь нету, но все-таки приятно. Ага, Змейка Вьюн нам достается карточка. А здесь какие ребята у нас? Ну-ка, 46 и 48. Блин, тяжко, я думаю, что будет. Очень тяжко. Особенно меня смущают вот эти вот грибы-люди. Чувствую, сейчас нас тут и положат. Но если мы пройдем, это будет что-то. Так, это тля бесявая здесь. Причем они сразу начинают с двойной атаки, что ли? Походу, да. То есть два раза будут ходить. Или я что-то путаю. Сейчас посмотрим. Нет, тля всего лишь один раз ударила. Ну, попробуем так разобрать. Провокация. Нет, давайте так бить. Потому что если мы провокацию повесим, я боюсь, что они будут постоянно Рафа бить, и он быстренько отдуплится. Так, минус крыса. Тля, ты достала. Вот. Да, ребята, два раза бьет. Причем это только распространяется на физическую атаку. Упала. Вторая волна. Отлично, пока идем. Вся бригадка у нас целая. Так, вот зэк хорошо, конечно, бьет. Рафик тоже не уступает. Оу, тигр молодец. Вообще отличился, с удара снес просто. Так, муха, успокойся уже, а. Так, Крис добил, отлично. Слушайте, так скорее всего мы сейчас пройдем. Я в это верю. Надежда-то теплится у меня. Третья волна. Она состоит у нас... Ах ты, совсем забыл. Да, эти грибы. Будем пытаться, ребят. Нужно уничтожать грибы в первую очередь. Так, давайте массово звезданем. Ух, вообще шикарно. И остался только крип у нас. Ну, давайте тогда звездярить его. Можно было бы, конечно, и усилиться, но нету в этом нужды. Получаем 3 звезды. Идеальная победа означает. 28 опыта. Ну, в общем, все хорошо. Собираем. Карточка Хана достается. Эпизод 6. Давайте хотя бы глянем. Оу, 47 и 49 уровень. Нет, ребят, туда мне еще пока рановато. Это я вам точно говорю. Что же еще-то сделать, блин? Так, Рафик, а что тебе нужно-то? А, уровень поднять, конечно же, 42-й. Блин, еще буквально тыщенку мутагена, и мы бы его сделали 43-м. Но, к сожалению, с мутагеном у нас проблема. Ну что ж, дорогие мои друзья, давайте, наверное, на этой ноте я буду завершать этот видосик. Всем большое спасибо за просмотр, надеюсь, вам понравилось. И также надеюсь, что вскоре выйдет следующая серия. Ну, а на этом все. Всем пока, до скорых встреч, удачи вам.